Sfântul Evanghelie, ține-ne! Sfântul Gospodi, Sfântul Gospodi, Sfântul Gospodi, Sfântul Человек не имеет два сына, и рече юнейшей ее отцу, «Отче, дашь мне достойную часть имения, и разделень има имение, и не помнозь к днех собраться мне, сын, а ты не на страну далече, иду расточи имение свое». Живы буду. И жившие же ему все, весь глав требах на стране той, и той начат дышать и сон. И шеф прилепися единого жителька я страны, и послает Бог на село свое пасти свинья. И желаша насытича чрева от рожец, яше ядя по свиньон. И никто же даяше ему, себе же пришедрище, калика наемникам отца моего избывают хлебы, аже гладом гиблю. Восставит око отцу моему и реко ему, «Отче, согреших на небо и пред тобою, и уже не всем достойно решися, сын твой, сотвори мя яко единого от наемник твоих, и восстави яко отцу своему». Еще же ему далече суще, «Узреве был отец его, и мил ему весь, и тех наподеновые его, я благословил его. И рече ему сын, «Отче, согреших на небо и пред тобою, и уже не сам достойно решися, сын твой». Рече же отец к рабом своим, изнесите одежду первую, и облегчите его, и надите перстень на руку его, и сапоги на ноги, и приведши телец упетенный, закалите, и яше веселимся. Яко сын мой сей, мертво бе и оживе, и сгибал бе и обрете все, и начаша веселитеся, беже сине го старе на селе, яко грядяшки приближися к дому, слыша пение и леки. И призвал единого от отрах, обращаше, что оба сия суть. Он же реше ему, яко брат твой прииде, и закладец твой телец упетенный, яко здраво его прият. Разгневаться же и не хотяше влечи, Отец же его и шеф, моляше его, он же отвеча рече отцу, «Сетака лет работая тебе, и николи же заповедая приступив, и мне николи же далеси козляче, да затроне своими возвеселим собой». Егда же сын твой сей, и седей твое имение с любодейцами. Приедем, заклаем у тебя с питомы.
Сречениму, чала ти всегда со мной есть, и самая твоя сущ, возвеселите же все, и возрадовать Бога Божия.